Как и Брюс Уэйн, Шелтон Лайль родился единственным ребенком в богатой семье Готэма. Однако, в то время как Томас Уэйн был сострадательным врачом, отец Шелтона Чарльз Лайль был безжалостным страховым менеджером, который зарабатывал деньги, отказывая людям в выплатах, на которые они имели право. Шелтон проявлял признаки начинающего психопата с раннего возраста, устраивая поджоги, пытая и убивая животных. Он не проявлял никаких эмоций и никогда не разговаривал. Его родители не могли с ним справиться и поэтому возложили ответственность за его воспитание на дворецкого семьи Джеральда Чемберлина. Однако они не знали, что Джеральд Чемберлин сам был социопатическим убийцей, который убил настоящего Джеральда Чемберлина и украл его личность.